Библиотеки меняют формат. Теперь они работают не только для молодежи, но и вместе с ней. Первая в концепции своего развития это провозгласила юношеская библиотека. И надо отметить, этот пример может оказаться заразительным. Современные хранилища знаний – это и креативные молодежные пространства. Такие в эти дни внедряются в Краткировском, Прилузском и Кайгородском районах. Собственной игротекой могут похвастать Ухта и Воркута. Такую задачу в день объявления Года культуры ставил, напомним, и Сергей Гапликов. Должен быть и библиотечный фонд, и новые совершенно формы подачи, и, конечно, это и компьютеры должны быть с перенесенным уже в электронном виде библиотечным фондом, и многое-многое другое, и другое вообще представление должно быть. Конечно, библиотека должна быть храмом культуры, науки, понимаете, просто человеческого воспитания. И все-таки о юношеньке в планах до 2024 года. Процесс выдачи книг там уже сейчас доведен до автоматизма. Но как будущее входит в свои права, увидела Таисия Жакова.